Всем привет, дорогие друзья, с вами Джейк, я буквально только что ушел оттуда, где я закончил серию, и тут опять война. Война во Вьетнаме, до сих пор война. Я не знаю, в реале там все еще война идет или нет, но тут да, тут да. Во-первых, надо бы добежать, вот я даже не знаю. Вот здесь есть место, потом добежим до сюда. Погнали. В чем сейчас минус? Мы бежим прямо через них. Здравствуй. Хоп. Да ешь ты! Ни хрена себе ты даешь! А это трудно, я бы сказал бы. Понятно, я прям иду там, где турели, да? Было бы круто. Я, конечно, отсюда не вижу из-за этого плотного тумана. Хотя, ну, он здесь не такой уж и плотный. Здравствуй. Я просто хрен знает, что тут собирать, что нет. Еще одна где-то осталась. Ну не зря, я думаю, я сюда пошел. Зенитки вон там. Так, мне не хотят показывать. Я, конечно, не уверен. Возможно, они и там. Так. Фух. Здравствуй! Здравствуй! Ни хрена себе, сколько ходов-то? Так, стрелы. А чё у него сейчас стоит? Почему мне вот это не дает? Недоступно в данном режиме сложности. Почему? А если бы на низких, то я, ну, низкий уровень сложности, то нормально было бы, да?
здравствуй. У меня, кстати, какое-то достижение должно быть насчет этого Вьетнама. Так вот, совершить 25 незаметных убийств, пока у вас есть 4. Вот этих 4. Я не знаю, сколько я сделал незаметных убийств. Здравствуй. Ладно, идем. Еще ниже. Я знаю, что поворот пропустил, может там что-то интересное было. Так. Я не, даже не знаю, что мне заменить бы лук. Лучика не буду ничего менять. Ага. Ага. Чё там? Все скучно. Представляете, все скучно. Я тут где-то поворот взял, пропустил. А я отсюда, по-моему, пришел. Ага. Так, раз мы здесь побывали, значит идем сюда. А до туда нам не так уж и далеко идти. Ну да. Буквально 250 метров. Не палим. Раз, два, три. Играем в салочку. Не знаю, почему я это сказал. Что-то странное. Ну, попрыгали. Это, по-моему, есть такие салки. Надо прыгать там, что-то перепрыгивать. Черт знает, я в салки никогда не играл. И горжусь этим, думаю. Не знаю. Может, и зря, что не играл. Да. И прям там, где надо. А сколько их там? Если одно, то в последнем должно быть 3. Потому что, ну, честно. Вот, мы почти дошли, ребят. Я думаю, за эту серию. Значит, еще одна будет. Сразу берем это. Так что давайте-ка я сразу это все сделаю. Что? Откуда? Просто как сучка. Ни хрена себе ты там! Да ёкалым бабай, что случилось? Это что сейчас было? Как они так четко-то? Они с пистолета бегают. А сносят, как будто, я не знаю, с АВП стреляют. Да и чувак там круто застрял в камне. Черт, не успел ходить и заскринить его. А че? Ну классно же. Еще снова бежать. Я вообще правильно бегу? Ну да. Тут. Опа, зажигалка, а че я ее в прошлый раз пропустил?
Что-то я здесь видел. Нету места. Место есть всегда. Еще одна зажигалка. Так. Калаш, я считаю, все равно. Ой, так они еще и с РПГ. Если мне так повезло. Да ладно вам. Тут были патроны. Вот это я лоханулся. Мне думаю, что понравится, окей, посмотрим. Отчет командира. С помощью захваченной зенитной пушки мы оказывали содействие сухопутным войскам, атакующим базу противника. Мы также захватили один вражеский летательный аппарат. Пилоты катапультировались и приземлились на западе и на юге от орудия. Последний мог доплыть до другого берега реки. Организовать их поиски невозможно из-за продолжающих боевых действий. Окей. А чё? У меня как бы, ну, мало хп. У меня мало хп. Да. Точка эвакуации эхо. Но нам надо еще вот это сделать и захватить это. Сколько нам вообще осталось? А все понемногу, смотрите-ка, да. Еще вот эти две надо будет отвоевать. А возможно, мы где-то их уже и так пропустили. Хотя вряд ли, ребят. Такую-то пропустить. Ага. Значит, мы идем сначала сюда. А они где-то вот здесь должны быть. Возможно, вот здесь будет. Давайте сразу выйдем. Ну, не кисло мы. Пришли, забомбили все. Этот вход в бункер, наверное, был когда-то. Разведка неплохо мне дала все. По сути, вот этот. Все, я думаю, вот эта серия, возможно, и будет последней. И если нет, будет еще одна серия финал. И я думаю, вот это лучше сделать финалкой. Я не знаю, успеем мы записать все, залить все в один конец. Потому что это только четвертая серия. Я не знаю, пройдем мы за эту серию или нет. Игрушка, короче, она, вот это дополнение, она короткая. Я еще не знаю, что там будет с пленником Марса и День лютых зомби. Тоже вот дополнение. Так, он куда-то сюда уполз.
Но я не думаю, чтобы он так далеко бы ушел. А, вот он. Все. Достижение от Стима. Ой, от Юплея будет? Нет. Ну да, мы выполнили это. Захватить еще один NVA. Заложник еще один там должен быть. И две зенитки. В пень будет потом. Это последний аванпост, который вообще тут присутствует. Да ладно вам, ну хватит бомбить, там может быть человек. Там еще и заложник. Первым делом заложник, всегда заложник. Я понимаю, что здесь еще и аванпост есть, ну вообще. Первым надо вот этого снайпера. Там сигналка, мы ее тоже отрубим. Где-то внизу, да? Давайте сначала с сигналкой разберемся. Как к нему близко будет? Это отсюда, что ли? Ага, отсюда. Во, отсюда будет самое близкое. Тут же должен быть вход, да? Чё так темно-то? Это Питон 2-5. Один пленный союзник найден и освобожден. Подожжем. Разведданные. Да. Отлично. А сигнал, по-моему, вырублен. Отлично. Чётенько просто хожу и всех сношу. Да тут даже огня нету. Пойдем сзади его. Еще снизу.
Вы видели, как четко хожу, и пока меня никто не спалил. Давай уже, вернись. Да кто меня убил? Чё, огонь? Да ты чё, угораешь? Это чё, в игре скрипнуло что-то? Да. Это было весело. Где долбанный чувак? Он что, туда побежал? Чувак, хочешь сюрприз? Где-то здесь. Отлично! Ну просто найс! Со второй попытки, ребята, сделали. Это хорошо, потому что мы все ванпосты этого ивали. Это питон 2-5, вражеский лагерь был уничтожен. Предупреждение. Кажется, командир двинулся умом. Он Он получил нам потянуть тросы, чтобы мы смогли быстро добраться до убежища. Это нелепо. Только идиот станет пользоваться ими. Надо рыть окопы и работать над укреплениями. А вместо этого мы тратим время, выполняя приказы психа. Ну да... Как бы... А, во! Чё, у нас только вот это осталось, по сути, да? Захвачен лагерь Вна. Я же захватил, вот только что было. Устранение. Давайте пойдем устраним его. Во-первых, я хочу выбраться отсюда. Патрончики. А, вот, ну наконец-то. Все, осталось, я его сейчас убью. Две вот этих, и я думаю, он как раз там. У него я найду вот эту. Я, ну, думаю так. Может, когда буду добегать, там что-то будет недалеко от него. Если, ничего страшного, если я сегодня не пройду игру. Пройду в следующей серии. Давай. Хрен знает, кого я там поднял. А то что-то в последнее время, смотрю, они только так дохнут. Поначалу что-то такого я не видел. Ну, наверное, просто у меня их и не было под рукой. Да уйди! Я думал, я тебя убил.
Так, надеюсь, здесь и правда будет она, да? Ну? Я тупо сейчас просто прислушивался, и пока нету. Значит, она тут где-то дальше будет. Черт его знает, потому что вот. Мы же, по сути, все оббежали, что мы могли. Да, возможно, здесь было. Черт его знает вообще. Так, смотрим. Ищем командира. А тут глубоко. Так, сначала вот этого. Он самый тут главный, который будет мешать, если я пойду того убивать. Ой, тут еще один. Так. Ну, в том, если я начну сейчас стрелять. Так. Он где-то здесь. Да убди ее, псина. База Эхо, это Питон 2-5. Командир НВА уничтожен. Тут что-то есть. Да. Ну подождите, я сейчас почитаю, да? Удавление смерти. Прискорбием сообщаем, что ваш брат погиб. Точка. Его подразделение принимало участие в ожесточенной битве неподалеку от Куанчи, где он и был убит во второй день боя. Точка. Из-за проливного дождя и продолжается вражеской бомбировки. Найди тело не удалось. Точка. Выражаем ваше сочувствие и поддержку. Точка. Я не знаю, что это он балзарил. Получается, да, осталось это и две эти. Сейчас найдем другой выход. Да всем пофиг! Ладно, ребят, тогда бежим, ну все. Тупо туда бежим. Дай! Дай! Да ты, только не я! Помогите, пожалуйста! Меня сейчас разрешите! Все, я голый. Там что-то. Почитаем. Отчет командира. Согласно инструкции, громкоговорители были установлены в стратегических важных точках для передачи сообщений службы разведки. За выбранными каналами ведется видеонаблюдение. Все остальные частоты будут прослушиваться круглосуточно. Окей. Значит, показали мне, да?
Спасибо. Я думаю, даже закончу игру уже сейчас. Я не собираюсь ее просто растягивать что-то в другой серии. Я не знаю, сколько я это записываю. Хватит меня так сильно палить-то. До точки эвакуации вообще недолго. Мы вообще вот по сути с первой серии идем вот отсюда, вот так вот все. Как бы это, ну, недолго же бежать, согласитесь. Здесь вообще никого не должно быть, так что это мы уничтожили его. Что-то я прошлый вот этот туннельчик я раньше не видел. Это хорошо, что я мимо увидел и увидел это, что можно почитать там что-то я. Я мог вообще просто сейчас убежать, потому что мне что-то хотелось просто дальше бежать. Так, хорошо, убегаем. Убегаем. Не хочу я здесь оставаться. Осталось только эти две уничтожить. Только черт знает, где они. Давайте логично подумаем, где они могут быть. Хм. Странно. Я, конечно, точно не знаю, где, но... Мне кажется, что там. Давай, убирайся. Отлично. Я не вижу, где. Ну, по сути, а где это может быть? Тут я только что оттуда, там нету. Значит, где-то там. Как я понимаю, это надо обязательно убрать. Иначе я не смогу вернуться. Как я и говорю, все, за эту серию, я думаю, все мы сделаем точно. Ну, раз уже здесь, чего тут скрывать-то? Вывел из строя одну зенитку. Использовать. Там, где больше скопления, я думаю, вот сюда прям. Так, сюда. Так, ты куда? Правда? Я как, достану до туда? Нет.
Погнали. Ну, все-таки от всех избавились. Получается, это у нас финалка, ребят. Все. Мы прошли это дополнение. Это вообще-то как будто... Да, чем-то напоминает Far Cry 4, там, побег из Дургеша. Прям, побег из Дургеша, так и называлось. Ну, значит, все. Осталась одна зенитка. Да, и мы все сделали из этого списочка. Я не знаю, что нам за это будет, будет ли какое-то достижение, что мы все сделаем. Сейчас еще нам скажут, удерживайте позицию, иначе мы ничего не сможем сделать. Все, вторая зенитка тоже обезврежена. Класс, теперь подготовь зону посадки для медвертолета. Бетон 2-5, в нашем распоряжении истребители. Мы сделаем все, что нужно. Они твои, только действуй с умом. Так, вы где? Событие. Какое событие? А, это мне говорят, что пригласи друга, что ты будешь тут. Да я лучше один справлюсь, вот честно. Да ёкалым, бабай, уйди отсюда, уйди, уйди. Жарит-то. У него что там? Скорострельная снайперка, что ли, бляха мужа? Да откуда? А, здорово, чувак. Прощай. Зона посадки зачищена. Бетон 2-5, у нас для тебя задание. Мы предполагаем, что документы, хранящиеся на базе, имеют ценность. Захватишь их по пути? Ну, давай. Все-таки уже все, мы прошли игру. По сути-то. Да, ребят? Мы молодцы с вами. Быстренько, шустренько, и все готово. Сейчас только за, нам по башке получим. Так. Забрать документы. Когда вы заберете документы, вас эвакуируют. После начала эвакуации прервать ее будет невозможно. Вы готовы покинуть зону боевых действий? Да! Взял все, что удалось найти, но похоже у нас гости. Да чё они не дохнут? Да ёкалым бабай! Пусть они в упор идут, вот честно.
Юкл и Бабай, да кто так? Ну там что ли, оттуда? Это РПГ! Так, надеюсь, это последний. Потому что я и так еле-еле справляюсь. Умираем. Да ёшкин кот. Они здесь слабее, чем в том же самом, я не помню как. Far Cry 5 в оригинале. Да ёшкин, блять, кот, да вы надоели это опускать. Извиняюсь, ребят, я случайно микрофон ударил. Извиняюсь, это правда случайность. А, я... Умираем. Приближаются вертолеты врага. Так. Отлично. Так, ты умираешь, да? Фу. Напряжно. Чё, вообще патрон нигде нет? О! Хорошо, что он один остался. Отлично, зона зачищена. Фу,
Наконец-то! Да! Ребят, финалка! Фу! Нет, это было вот трудно. Это труднее, чем вообще я за всю игру так не напрягался. Вот за все это дополнение я так не напрягался, как здесь. Оно, по сути, не такое уж и сложное, но... Они берут не... как вам сказать... Не стратегии своей, а... выносливость. Ну... А этим как там его... больше... толпой берут. Так. Привет, Blood Dragon, кстати, да-да, ребят, я вспомнил. В Blood Dragon мы также летели и расстреливали всех. Ну там разброс у пулемета не был такой уж жестокий. Я что-нибудь покручу. Извиняюсь. Давай быстрее, полетели. Мне карту не открыть, ребят. Мне вообще тупо карту не открыть. Так. Кто там сзади? Давай, мост прям взрывайся. Да какого хрена мост не взорвался? Так. Музыка какая-то странная. Все. Готово. Испытание. Спасен. 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 Все, ребят, мы все сделали, просто все. И кто-то здесь появился. Все. Среднее. 100%. Мы на 100% вообще просто прошли. За 2 часа и 51 минуту. 40 секунд. Мы прошли полностью. Подтверждаем. Кстати, это можно будет в интернете, я думаю, найти такую же фотку. Либо новые уровни сложности разблокированы. Разблокированы режимы выживания и боевик. Спасибо, мне не надо. Получено достижение история Вендала. И плюс 10 опыта. Так что я куплю машинку одну в Watch Dogs 2. Там это, Попавера, Стелс. Вот, Стелс. Надо будет разблокировать. Потому что эта тачка просто класс. Мне на первой части очень понравилось. Ой. Хочу пропустить. Фу, ну, дополнение хорошее. Не буду врать. А, я же сказал, что Бог не даст меня забрать. Ой, простите. Как бы все, мы прошли полностью. Если вам понравилось мое прохождение, ставьте лайк, поддержите меня лайком. Потому что ваши лайки меня
мотивируют, чтобы я делал для вас больше роликов. Ну, дополнение, я скажу честно, хорошее. Ну, оно так, на 3 часа вот как бы пройти ее можно. Можно пройти вообще и за 2, можно и за час пройти. Но мы прошли вот так вот. Я сделал все, что там мне давалось. Прошел его на 100%. Так что вы увидели все места, которые можно будет побегать там, повыполнять задания. Это и для вас плюс, потому что если вы соберетесь проходить это дополнение, то вы будете знать, где, что и когда. По геймплею я скажу вот 9 из 10, что геймплей был неплох, но там тупо просто бегаешь и все. Тупо бегаешь и все. Выполняешь побочные задания, чтобы добраться до точки эвакуации. Можно вообще было ничего не трогать и добраться. Не знаю, как это вообще можно будет. И как бы в конце, да, пятничная ночь в стиле аркейд. Окей. Вообще игра 10 из 10. Блин, это я уже перебор дал, да, ребят? Я поставлю ей 8 из 10. Это я перебор дал, что 10? Я случайно просто. Привычка. Ну, правда. За это дополнение я ставлю 8 из 10. Немного вспомнился Far Cry 3. Что там еще вспомнился? Far Cry 3 Blood Dragon. Far Cry 4 Побег из Дургеша. Долина Йети даже немного вспомнилась. Как бы вот. В остальном это просто, если вы хотите убить время, то можете побегать, пострелять просто в упор. Вы видели, сколько раз я тут отстреливался, сколько раз до. И это только 4-я серия. Ребята, я за 4 серии прошел. Первое прохождение, которое у меня за 4 серии. Ну, я, конечно, вы уже видели, что я закинул это все в основной плейлист Far Cry 5, потому что, по сути, это Far Cry 5, только с другими сюжетной линией. Я понимаю, если бы она была немного отдельная, ну, вообще, вот, вообще она у меня здесь. Я понимаю, если бы она была бы у меня в другом месте. Например, пришлось бы отдельно ее устанавливать, основной игры она бы не требовала. Но сюжет бы продолжал, ну, немного другой сюжет, а у Far Cry 5 был бы. То ладно, я бы сделал другую плейлист. Но это, по сути, просто чей-то рассказ. Я не знаю. Просто я помню, что Джейкоб говорил, что он был во Вьетнаме. Не помню когда и не помню, в какой серии это было, но он говорил. Так что не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Все ссылки будут в описании. Всем удачи и до скорой встречи.